Для меня это царственные страстотерцы, которых бесконечно люблю и очень уважаю, и почитаю. В своей жизни я на самом деле чувствую и ощущаю их поддержку, их заботу. И те акафисты, которые мы постоянно читаем в храме на крови, и участие в крестном царском ходу вместе с ними, для меня это очень важно. И за их молитвенную поддержку у нас всех пред престолом Божьим я бесконечно им благодарна. Когда ты видишь, сколько людей приезжает почтить память царственных страстотерпцев, когда вот происходит вот это ночное богослужение, это словами не пересказать, это надо видеть, потому что вот именно в тот момент можно понять на самом деле, сколько почитает царскую семью и сколько людей хотело бы возрождения нашей страны, вот именно духовного возрождения. Знаете, когда мы идем крестный ход, мы идем по городу, и время такое уже с трех ночи выходим, идем до 8 утра. Люди, конечно, просыпаются, и видно, как люди стоят и крестятся. Стоят в окнах, крестятся и молятся, потому что идет такое шествие. Я считаю, что один из символов возрождения нашей страны, вставание нас с колен после вот этой вот богоборческой власти ужасной, это вот именно этот крестный ход. То есть мы показываем, что мы любим царя, нашего помазанника Божьего, который у Бога нет мертвых. И мы идем, преодолеваем какую-то трудность. Но это все очень важно. Вообще все этапы крестного хода, само богослужение, само собрание людей, это очень важно. Это показывает о том, что люди проснулись, открыли глаза и увидели истину.